Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс, мы продолжаем игру Драконсенг. Так, сейчас мы будем отправляться в допотопную Атлантиду, надо до конца уже добить там задание, которое у нас есть. Так, допотопная есть такое. Так, давайте глянем, что нам нужно делать в первую очередь. Гаргон интервентов. Давайте убьем. Так, еще одна осталась нам. Где-то здесь. Так, все, с этими разобрались. Дальше. Крабстер-агрессор. Ого, где? Далековато. Так, ну это мы потом. Значит, сюда идем. Ты смотри. С одного удара выбило нас из лошади. Ёпры-палки. Что такое живучее, блядь? Отлично. О. Давно не было этой подруги. Так, отлично. Что вы тут все заговорились, что ли, столько главарей? Тут есть. Ух ты, ёлки, что у вас так много?
где это чудо? Ох, твою мать. Так, есть. Это задание мы выполнили. Так, это сюда, это сюда. Так, дальше что у нас? Ого, в какую жопу надо идти? Понял. Намек я понял. Ой, подождите, а что я понял намек? У нас еще есть это собирать надо. Вот эту чепуху. Да, сквозь этих даже не пройдешь. Вылезла тварь. Так, еще 5 осталось. Еще пятюнчик. Блячий главарь. Ты что, ебанулся, что ли? Их так много. Что он там делает? Живучий гаденыш. Блять, ей больно бьет. Хорошо, хоть он безобидный такой. Так, на
Клечники. Какое-то дерьмо попадается, честное слово. Так, ага. Сколько у нас? 10, да? Еще 4 осталось. Еще 3. Так, может, мне и повезет, я за этот раз как раз и выбью. Этого. Так, теперь за тобой, чувачок. Отлично. Так, будем надеяться, что с этого уже выпадет 15-я чухня. Блять, этих крабов тут. Эту миссию я сделал. Так, что у нас еще осталось? В эту сторону.
Так, чепуха всякая падает с них, конечно. Ага, вот. Можно сначала к шаману идти. Посмотрим, что там за шаман такой. Живучая такая морда. Есть. Так, отлично. Что у нас еще остается? Ага. Вот сюда идти. В принципе, можно на лошади туда быстро добраться. Так, погнали. Идите нахер. Я так и знал, что еще в этот угол надо будет идти. Thank you.
Так, вот так сделаем. Тут мы всех перебили. Так, тогда нам сюда. Сейчас какой-то опыт, может быть, дадут. Было бы неплохо, честно говоря. Так, я уже почти тут всех перебил. Кстати, из задания могут какие-то еще новые дать. О, не попал. Здесь еще кто-то может быть, в принципе. Насколько я помню, или нет? Да, есть. Все, что это хочет от меня? О, это хорошо. Сейчас будем какую-то еду заубивать. Так, что тут у нас? Фигня, короче. Так, ну что ж, давайте за этой едузой. Помчимся, убьем ее, и в принципе, я думаю, тут уже все с заданиями, хотя кто его знает. Так, ну еще тут надо будет биться. Так, так, так. Тут, в принципе, дорога вся свободная, тут всех практически убивал. Здесь уже сейчас будет весело.
тут я разобрался. Ну что ж, теперь с этими козами тут надо или козой драться. Сейчас посмотрим. Ух ты. Что это такое было? Что меня надолго заморозило. Ой, хорошие криты пошли. Блять, не успел я убежать. Блин, все равно меня заморозила тварь. Есть. Так, надо отнести сосуд. Звездный сосуд. Почти половина 40 уровня я набрал. Наверное, придется дальше качаться. Сейчас до 40, чтобы какие-то задания еще подкрывались. Но у меня есть надежда на то, что сейчас вот это Илбе, может, еще какое-то задание даст. Чтобы впустую не ходить, никого не бить. Так. На месте. Теперь еще туда скакать надо, со стражницей поговорить. Ну, давайте. Ух ты, зато там что-то дали, деньги и наманты, опыта, кстати, неплохо сыпанули. Теперь обратно. Мне так нравятся здесь эти задания. Туда-сюда бегаешь на километры. Так, сейчас еще какое-то 6-е задание должно быть. Может, с кем-то в городе еще поговорить? То, что я и думал. Так, все, возвращаемся домой.
принципе, есть свободное место. Сначала давайте к этой подойдем подруге. О, еще какие-то задания. О, это интересно. Так, тут все. Так, еще этих лилий надо пособирать. Ух ты, нам еще дали этих вот отмычек. Хотя нет, давайте на глифы расплавим. Так, отмычки можно туда закинуть. Так, 35 уже. Я не знаю, как у нас должно получиться быстро все объездить. Ух ты, блин, в натуре по всему. Давайте попробуем. Может и получится. Еще и главарь пришел. Идите нахер. Так, будем надеяться, что у нас все получится. Оп. Красиво их обманули. Сейчас ввязываться с ними в битву это надолго. Уже попроще чуть-чуть. Бешеные какие-то. Так, еще три осталось.
Так, хорошо, что есть этот прыжок. Можно тут все это перепрыгивать. Так, ну а тут придется всех перебить, конечно. Отлично. С этими мы разобрались. Тут еще есть по-любому какая-то куча народу, насколько я помню. Тут ничего особенного, а здесь последнее. Оп. Есть. Так, добыть 15 семян. Ух ты, блин. Глубины прошлого. В принципе, без проблем. Там сейчас этих медуз до хрена. А 15 семян это не так много. Так. Ух, эти медузы.
Где эти семена? Что-то не видно никаких... А, вот есть. Боже, одно из 15. Блять, какие-то толпы такие ходят, блин. Блин, что далековато за той медузой идти. А ничего ближе нету? Сейчас зайдем, выйдем. Блин, ну это, конечно, один из 15, это маловато будет. Теперь близко медуза. Я помню, здесь, блин, столько медуз было, а сейчас что-то не очень. Где же ты, медуза? Так, уже три. Так, ну чё, поскакали. Так, есть. Так, понял, теперь надо обратно. Ну, придется задрачивать. Вариантов у меня других здесь нету.
Зато опыта чуть-чуть накинет. И то приятно. Так, погнали. За медузами. Столько медуз и нихера не выпало с них. Так, вон вижу. Так, есть. 5. Боже мой, еле есть собрал. Вот это дурная идея. Тут вроде ничего не падало, да? Блин, ну что такое? Что так плохо, блин, с этими медузами все у меня.
Наконец-то. Так, ну их нахер, этих крабов. Так, 7 из 15. Грубо говоря, уже половину накосил. Возвращаемся. Так, две медузы убил и ничего. О, отлично. Так, уже 8. Так, уже 9. Блин, а куда я делал эту херню? Так, больше нету места, я понял. Так, уже 10.
11. Да, сейчас мы уже довыбиваем эти сопли. Какое живучее. Так, еще 4 осталось. Опять делаем комбину любимую. Выйти, зайти. Так. Да, приходится этой херней заниматься. Это реально столько времени уходит. Жесть полная. Ну, в принципе, зато сейчас уже все задания доделаем на 39 уровень. И будет нормально. Так, еще 2 осталось. Ну что ж, 2 штучки семена. О, блять, могу правильно даже сказать. Жесть какая-то. Оу, тихонько. Ух ты. Какие-то серьезные наплечники выпали.
Слава тебе, Господи. Все. Так, на 40-й уровень. Да, это крутые шняги. Так, все. Телепортируемся домой. Так, все. Да, теперь по заданиям у нас папандос. Понял. Так, отремонтируемся. Ну и все, в принципе, больше тут ничего такого интересного. Давайте тогда уже в следующем видео, когда я качнусь до 40 уровня, уже продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.